Между тем, власти Нью-Йорка решили не убирать бронзовую статую бесстрашной девочки. Ее установили напротив атакующего быка на Уолл-стрит 3 недели назад и планировали убрать в начале апреля. Но бесстрашная девочка понравилась туристам и жителям города. Теперь она останется на месте как минимум до следующего февраля. О решении не трогать изваяние объявил мэр Нью-Йорка. Статуя, установленная на 8 марта как символ женского равноправия, по словам градоначальника, очень много значит для жителей Нью-Йорка. Бесстрашная девочка создана художницей Кирстен Висбал из Уругвая.